Встречаются Русал и МТС Банк. Начинаются решающие встречи в нашем турнире. Русал ведет борьбу за первое место с Хумусом. И пока в этой борьбе лидирует до начала тура. Имел на 3 очка больше, да, за счет победы в личной встрече. Русал ударный этот поединок. Но здесь как раз удара, правда, и не хватило. Счет открыт. У МТС Банк сегодня еще одна встреча и добыта в ней победа со счетом 1-0 над банком Тинькофф. А МТС идет в борьбу за... ну, за бронзу. И преследователь у МКБ-1. А, точнее, у МТС Банка. Как раз московский кредитный банк. Если МТС Банк сейчас выигрывает, то бронзу себе обеспечит. Теория еще может поспорить с Хумусом за серебро, но там шансы стремятся к нулю. А сейчас автогол помогает Русалу. Выходит серый вперед 1-0 через полторы минуты после свистка стартового. Отличное начало для Русала. Друг сам пошел по бровке, но вот мяч линию пересек. Хорошую стенку от МТС. Шестая атака. Никого не было. Макея, лицевой, макея!
ТС-банк проиграл начало этого матча, но вот сейчас все больше чашу весов склоняет на свою сторону. И удары, и моменты. Отлично разыграно головой, добивание. Потеря сейчас не произошла у «Русал». Отличный мяч был переложен с одной ноги на другую. Нарушение. Подниматься, показывает арбитр. Желтая карточка, игрок не дождался сигнала арбитра. Пора уже привыкать, за сегодняшний день это была карточка пятая за такой фол. Просто наказывают себя сами игроки за незнание правил. Последняя минута первого тайма. Внимательно! Внимательно! Сейчас заметно помог Русалу, потому что пока складывается ощущение, что есть у МТС все шансы какое-то количество очков поднять. Ну вот, все-таки второй гол случается. 2-0 команды на счете второй тайм. Это уже совсем другая история. Любопытно будет наиграть «Русал» на удержание, чтобы стараться его увеличить.
Второй тайм матча Русел МТС Банк начинается с, наверное, рекордно быстрого гола. И Русел укрепляет свое преимущество. 3-0 делает. И, видимо, все-таки у Московского кредитного банка сегодня будут шансы побороться за бронзу. Мощнейший удар, чуть не точно. Парни, кто наверх пойдет, возьмите еще банантуру, пожалуйста. Закончим? Серго! Коля пойдет! Серго, каком? Мышленная здесь. Нет, момент истолкован, что мяч попал в руку. Не успел игрок его убрать. Дотянулся головой к мячу. Один тут практически выход. Щитники подоспели. Больше передач пяткой мы видим. С каждым матчем. Русел спокойно играет мяч, помнит, что сегодня несколько важных поединков, которые как раз будут решаться судьба золотых медалей, но здесь сил нужно сэкономить. Кирюх, вдвоем против одного защитника и вратаря. Вратарь в последний момент дотянул. Возвращайся! Матей, иди сюда! Шансы МТС еще, конечно, остаются. Иди, Антош,
футсал. Спокойно мяч контролирует. Скоро МТСу предстоит еще встреча против Московского кредитного банка. Игра как раз, которая станет определяющей в борьбе за бронзу. Сейчас пока тайм-аут берет Руслан. Нельзя выходить, ребят, нельзя выходить. Ребят, с поля нельзя выходить. Кто был на поле, должен остаться. Будет МТС. Внимательный игрок. Он у меня в линии. Момент сюда рассмотрел, как бы опорная нога не вылезла в площадку. Игрок не понял окончательно свою собственную замысел. Поехала нога. Антон, побегай чуть-чуть! Вот ворон нужно водить мяч. Yeah.
надо сюда расти, игрока. Все, Антон, смотри. Антон, смотри. Последняя минута уже идет. Удар с 6-метровой отметки. Кто сам капает? Слева есть! Расплава! Кому? На самом деле! Лево, лево! 20 секунд, можно забить гол престижа. Майка у него несчастливая, то ли еще в чем-то дело. 3-0. Таким счетом матч окончен.